Навигация началась в Амге. Амгинцы встретили первую баржу с углем. Экипаж судна, механик Лобанов под командованием капитана Владимира Караульного привез 2350 тонн угля. Еще два судна с углем общим объемом 5000 тонн должны прибыть в Амгу в ближайшее время. По плану навигации 2023 года первое судно, вот механик Лобанов, привезло к нам в Улус 2350 тонн твердого топлива с джибарики Хаинского разреза. По плану мы должны завести около 6, свыше 6 тысяч тонн. И если же позволит нам наша река, то есть если быстро не обмелеет, то мы завезем около 10 тысяч тонн.